Тихо! Заглох! Крути, крути, крути! Торопитесь, подождете! Ну, прости меня, дорогая. У тебя нет сердца. Опять в театре будут сердиться. Мы же опаздываем. Проезжайте. Простите, ваши права. Пожалуйста. Что тут написано? Что вы Дед Мороз? Так оно и есть. Кстати, куда ваш ребенок пойдет на елочку? Как куда? Наверное, в наш клуб. А что? В наш клуб? Вот он тут. Давайте там и поговорим. До скорого. Нет Гамлета. Послушайте, у вас нет Гамлета. Главному режиссеру. В Каракумской пустыне песчаные бури. Самолеты не летают, Мосфильм не отпускает. С дружеским приветом, Жанис. Ну, что будем делать? Отменять премьеру, да? В прошлом году, когда мы ставили идиота, Жанис прислал такую же телеграмму. А разве мы остались без идиот? Нашли? Если через полчаса я не найду Гамлета, вы в финской бане сбросите свои лишние 40 килограммов. Я даже из вас сделаю Гамлета. Премьера состоится. Добрый день. Начинаем прогон Мышкина дома. Сцена «Кошмар Петериса». Не опоздал? Не опоздал. Ты да не опоздал. Прошу всех на сцену. Роберт! Я тут! Мог бы хоть сегодня не опаздывать, посмотри на часы! А что? У нас трагедия, некому играть Гамлета, старик рвет и мечет, может в любую секунду взорваться! Как ты думаешь, человек с такой комплекцией, как у меня, может играть Гамлета? С такой не может. Почему? Потому что Офелия сойдет с ума уже в первом акте, понимаешь? На сцену. Что вы делаете? Что вы делаете? Как что? Пью кофе. Я без кофе жить не могу, он меня успокаивает.
С этого момента я вам кофе больше выдавать не буду. Никакого перца, никакого уксуса, никакого шоколада. Тот, кого вы носите под сердцем, он никогда не простит вам этого. Вы понимаете? Привет. Слушай, так это правда? Ну, как будто ты не видел раньше, я же тебя предупредила. Верно, что-то такое говорили, но я не придал этому значения. В театре всегда про всех что-нибудь такое говорят. Да ну ты смешной. Ну что ты думаешь, что это само собой пропадет? Ну нет, ты посмотри, что здесь. 50 елок. Как никогда. В самых наваристых клубах. А немного ли ты нахватал? Это же будет халтура, а не работа. Я говорю тебе, как будущая мать. Ты говоришь мне, как человек, который хочет оправдаться. Ты меня подвела. Самое трагичное в этой ситуации то, что дети верят в сказку. А обмануть их нельзя. Ой, извините. И не волнуйтесь. Рожать детей в этом нет ничего страшного. Ну, что прикажете делать? Взять вот эту. Вы пойдете ко мне с Снегурочкой? Я? Что я скажу детям, что Снегурочка в положении? Вы уже решили насчет Гамлета? Полчаса прошло. Что такое полчаса? Иной режиссер за всю жизнь так и не находит своего Гамлета. Понял. Я приду попозже. Текст! Давайте текст! Ой. Не верю, не верю. И поверьте мне, никто вам не поверит. Стоп! Почему на усиках божьих коровок не горят лампочки? Слушай, ты не можешь пойти ко мне Снегурочкой? Я Снегурочка. Ты меня не за то принимаешь. Я букашка. Ой. Ой. Что скажешь, если я тебя приглашу на роль Снегурочки? Ты что, советский экран не читаешь? Я теперь на расхват в кино. Погас? Ну вот, совсем другое дело. А сейчас? Горит. Тю-тю-тю-тю, дорогуша, ты когда мне десяточку вернешь, а? Буквально на днях. У меня тут на радио была небольшая халтура. Пойдешь ко мне Снегурочкой, тогда я сам у тебя буду одалживать. Нет, спасибо, извини, но я Новый год хочу посидеть дома. Значит, я могу на тебя рассчитывать, да? Нет, нет. Жаль. О, слушай, ты мне нужна. Да, я всем нужна. Дело есть, дело. Не собираешься ли ты ненароком банк ограбить? Нет, ну неужели я, образцово-показательный Дед Мороз, так и останусь без Снегурочки? Высшей тарификации, Дед Мороз. Нет, ты будешь у меня Снегурочкой, ты единственная и... Что же, заманчивое предложение. Но, к сожалению, столь же невозможное, как если бы я вам предложил играть Гамлета. Тем на место, прогоняем кошмар Петериса. Дальше. Что ты там охаешь? Текст давай. Текст давай. Нет, я этот текст говорить не буду. Ну что это такое? Ну что это такое? Роберт! Кто это написал? И как это вообще играть? Дети у тебя есть? Какие дети? Я даже еще не женат. Ну, вспомни себя маленьким мальчиком. Я помню. Но я не был таким дураком. Я не был. О, вот поэтому ты и стал заслуженным. А вот твой друг Сирень на заднем плане подпирает кулису. Эй, Сирень! Я тут, а... Снегурочку нашли? Некогда, репетировать надо. Ну и правильно, давайте репетировать. Давай. Но извините меня, то, чем мы все здесь занимаемся, все равно не является и никогда не будет являться задачей искусства. Сдается мне, что вы желаете плодотворный труд превратить в бесплодную дискуссию. Но почему мы... Я предупреждаю вас, это вам не удастся. Ну а что касается искусства... то я хочу, чтобы вы все раз и навсегда запомнили.
задача искусства является, во-первых... Десять, двадцать один. Привет. Зайчик, ты все шутишь. Позови Мителеса, я больше не могу ждать. Мителес со стариком выясняет, что такое искусство. Это на полчаса как минимум. Это же хамство. Он сам назначил съемку на 12 часов дня. Послушай меня, Робчик, позвони домой и узнай, чем занят ребенок. Латышский язык я сама проверила, тебе остается одна математика. Не забудь сказать, что котлеты на обед лежат в холодильнике. Все. Да, масло постарайся купить. Куплю. Робчик, Робчик, зайчик, ну что ты как заведенный? Увидишь яйца по 90 копеек, финские, купи, не забудь тетради в клеточку. У меня времени в обрез, 12, я должна быть, по идее, на работе. Увидимся. Все. Так, да, у тебя машина на ходу? На ходу, отвезу. Так, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях? Нет веточки. Что бы я делал без тебя? Моя единственная связь с внешним миром из этого храма искусства. Спасибо. Откуда это у тебя? Только что у меня был один кинодокументалист и одолжил такую же, но с вазочкой. Где вазочка? Извини, но за вазочкой я не пойду. Кто мне звонил? Ольга Карповна. О, это к деньгам. Звони. Я знаю, старик тебе запрещает звонить по телефону из театра. Ой, ради тебя я готова идти на преступление. Почему? Потому что в минуту слабости дала тебе взаймы эти несчастные 300 рублей. А знала, что актерам давать деньги взаймы нельзя. Ну, звони. Звони. Роберт, если ты и впредь будешь игнорировать наши семинары, я тебя не допущу к работе. Ты догадываешься, чем это грозит? У Сармиты будет ребенок? Да это же замечательно! Ах, у тебя нет Снегурочки. А я тут тебе устраиваю елку в автосервисе. У тебя все та же старая машина. Нет, в автосервис без Снегурочки нельзя. Прямо не знаю, что ты будешь сейчас делать. To be or not to be, что в буквальном переводе означает «хочешь жить, умей вертеться». А вы по правде приглашали меня быть вашей Снегурочкой? Кто я? Я была даже Дедом Морозом для своих сестер и братишек. Им понравилось. У вас своеобразный юмор. Но понимаете, в данный момент я не в состоянии его оценить по достоинству. Почему пауза? Где зайчик? Я тут! Петенька, почему ты не соблюдаешь распорядок дня? А? Вот это уже от себя, Дина. В пьесе такого текста нету. Но зато как он прыгнул, а? Кто бы мог подумать? Стоп! Наконец, я желаю знать, почему на усиках у всех божьих коровок горят лампочки. Ну что тебе стоит подбросить меня на своей тачке до киностудии? Это у тебя лишние 5 минут. Я тебе никакой не друг, и никакие съемки не отпущу. Кофе, пожалуйста. Сейчас. Ой, какая несправедливость. Вы, мужчины, все молодеете, а мы, женщины, все стареем. После репетиции увидеть актеров в театре? Какое сегодня число? 22-е. Запомните, это историческая дата. Зашел слегка сосредоточиться. Небольшое новогоднее интервью с женой Роберта. Для кино. Кстати, вы читали ее рецензию на ваш последний спектакль? Ну, конечно. Да, сразу видно, что автор
Человек начитанный. И вполне возможно, что она прекрасная домашняя хозяйка. Бред! На кого похож этот Роберт? И с каким аппетитом он пожирает даже черствые булочки. Слушайте, слушайте, вот, вот кого следовало бы попробовать на Гамлета, а? Ну, а почему Мителес не может? Он такой красивый, элегантный, так хорошо одевается. Вы мне льстите. Роберта на Гамлета, ну, знаете, он временами какой-то ненормальный. Ненормальный? Так это то, что требуется для Гамлета. Уговорили. А по-вашему, Гамлет нормальный? Честно говоря, никогда не мог понять некоторых его поступков. Неужели вы в самом деле собираетесь давать Гамлета любому актеру лишь только потому, чтобы задобрить его жену? Только потому, что его жена критик? До того, как я начала работать в театре, я думала, что роли распределяются совсем по другому принципу. А вы давно тут работаете? Давно, уже 2 недели. Ну, не посуду же мыть и полы подметать вы пришли в театр. Да, я хотела стать актрисой, но после того, что я здесь видела и слышала, я не хочу. Не знаю, как могут такие мелкие, такие заурядные люди изображать героев Пушкина, Шекспира, Райниса? Как могут самые возвышенные чувства, самые глубокие мысли передавать такие? Мне все время казалось, что в этом здании я единственный и последний романтик. О, оказывается, нас двое. Вот уже 37 лет я мучаюсь этими же вопросами. Но зритель приходит к нам. Очевидно, он нам верит. Зритель приходит, потому что у меня самый лучший буфет в Риге. А про свой театр вы этого сказать не можете. Роберт. Идите сюда. Ну как? Вы нашли свою Снегурочку? Нет еще. А я вот нашел Гамлета. Поздравляю от души. И вам не любопытно кого? Кого? Вас. Ты будешь Гамлетом. И тогда мы посмотрим, что у нас тут лучше, театр или буфет. Дорогая Лизочка, разве так выглядит человек на 7-м небе? Что-то не похоже. Гамлет, где он раньше был? Тетради в клеточку. 5 лет тому назад. А сейчас только лишние неприятности и финские яйца. Эх, зря я не послушался мамочку. Сидел бы сейчас у теплой печи, выпекал булочки сдобные, и никуда не надо было бы спешить. Это абсурдная мысль ставить в нашем театре Гамлета. Это же престижно. О, Роберт, ты меня ждешь? Разве мы с тобой договаривались? Конечно. Тут у меня написано жену на службу подбросить. Меня Мителес подвезет ему по дороге. Робчик, ты меня ревнуешь? Наоборот. Я тебя люблю. Мне даже неловко было бы возить тебя в машине, набитой покупками. А у Мителеса лимузин цвета черной ночи. Одно наслаждение кататься. Робчик, дорогой, я хотела просить тебя зайти в детский мир, посмотреть сапожки для нашего котика. Хорошо. Целую. Ну,
Лизочка. To be or not to be. Это без акцента. Пожалуйста, нам нужен семинар Дедов Морозов. Покоя от вас нет. Семинар наверху в белом зале. А симпозиум? Спасибо. Симпозиум внизу. Внизу. Внимание. Помолчите, Снегурочки. Товарищи Деды Морозы и уважаемые Снегурочки. Как ни странно, но и нам не обойтись без науки. И вот сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, товарищ Антон Дышлов. Дорогие друзья, прежде чем перейти к основной части, я хочу вам чистосердечно признаться, я вам завидую. Да, видите ли, в свое время и я страстно мечтал быть Дедом Морозом. Но дети показывали на меня пальцами и говорили, что я не настоящий Дед Мороз. И вот после этого прискорбного случая я решил посвятить свою жизнь науке, то есть выяснению того... Да, почему дети так жестоко со мной обошлись. Вот... И вот здесь лежат плоды моей неустанной долголетней работы по теоретическому изысканию основ данной проблемы. Вот они. Простите великодушно, нет ли у кого ножичка? Вот такой подойдет? Да, самый раз. Самый раз. Жаль только резать. Ну, бог с ним, чудесная кожа, отличный дипломат. Ну, да, впрочем, я и так могу изложить суть проблемы. Она в том, что Дед Мороз и Снегурочка находятся, как бы точнее выразиться, в связи. Диалектической. Это доказано еще родоначальниками Нового года. И вот такая связь важна и сегодня. Но при чем тут эти, как их, при чем тут дети? Но при чем тут я? Ничего тебе полезно послушать. С Новым годом, ребята! Я Дед Мороз, где моя внучка Снегурочка? С Новым годом, дорогие мальчики и девочки! С Новым годом! Текст не надо, музыку тоже. Пусть говорит только костюм. Твоей тут нет? Не подыскала еще. О, нет. Ты моя единственная и последняя надежда. Ты можешь не быть Ольгой Карповной, а просто Оленькой, как прежде. Во имя нашей старой дружбы. Будь моей Снегурочкой. Зарез нужны деньги. Ты можешь это понять? Я все могу понять. Но твоей Снегурочкой не буду. И ты этого никогда не поймешь. Как вы думаете, правильно воспримут дети такие выдающиеся формы? Ну ничего нового они не узнают. Знаешь, почему мы с тобой не поженились? Я был виноват. Нет, я. Ты хотела ребенка, а я хотела себя полностью отдать человечеству. Ну,
нужно ей приподнять корону, и все будет нормально. Хорошо. Ну ладно, об этом потом. Если ты не будешь моей Снегурочкой, я пойду и повешусь. Что ты? Что ты? Но перед смертью я тебе испеку большой торт. И большими буквами из взбитых сливок напишу: в моей смерти прошу винить Ольгу Карповну. Ну, ладно, ешь и плачь. Ладно, ладно. Давай торт. Только с другой надписью. С какой? Спасибо Оленьке. За Снегурочку. А? И после Ольги не забудь запятую. Договорились, запятая будет. Которая? Что? Которая? Ну, вон-то. Это? Нет. Не узнаешь? Вы в одном театре работаете. Давайте все-таки пристегнемся. Если моя машина ненароком развалится, вы хоть останетесь на сиденье. У меня был случай, когда я пассажира через пол потерял. Ну, Лизочка, не подведи меня. Я вас не подведу. Но откуда вы знаете, что меня Лизочкой зовут? Так меня только дома называют. А я так зову свою машину, когда хочу поговорить с человеком, который меня понимает. А по паспорту я Элизабета. Ладно, Элизабета. А как посмотрят твои родители на то, что ты идешь халтурить Снегурочкой? У нас большая семья, и все время мы жили только на мамину зарплату, так что каждый лишний рубль для нас не лишний. Таковы люди. Болтают о возвышенном и спокойно обделывают свои житейские делишки. Это не так сложно. Просто мама хочет, чтобы я пошла по ее стопам и стала кондитером. Украшала торты розочками из масла. Только не из масла. Розы из масла кладут на паштеты и к миногам. А торты украшают розами из масляного крема. А откуда вы все это знаете? Моя мама тоже хотела меня видеть кондитером. Какое удивительное совпадение судеб. Здесь? Все-таки довезли. Сам удивляюсь. Здесь я живу, на самом верху. На небе? Почти. Да, кстати, а костюм Снегурочки у тебя есть? Нет, но за ночь я сошью. Лизочка, не оставайтесь слишком долго там у себя на небе. Спускайтесь на нашу грешную землю. Лизонька, спокойно, сейчас приду. Thank you.
Динь-динь-динь-динь. Добрый вечер, дети. Вы меня знаете? Пришел Дед Мороз. Все удалось достать. Включая стиральный порошок и детские сапожки. Яйца. Порошок. Котлеты можешь съесть сам. Я же просила тебя позвонить сыну. А что? Ой, ты окончательно выжил из ума. Он заболел? Спит. У тебя неприятности на работе? Ты что, плачешь? Не получилось интервью с Мительсом. Интервью-то у меня получается, слава богу. Мительс, как тебе известно, сплошное очарование. А, кстати, какую приятную новость я узнала. Мительс сказал, что в вашем театре имеется нераскрытое дарование. В лице Роберта Силлиня, который в этом сезоне будет играть Гамлета. Я не знаю, какому богу молиться, что он не сказал перед камерой, почему тебе дали эту роль. Ну и почему же? Ты понимаешь, что это значит? Нет. Растолкуй мне. Робчик, миленький, неужели ты не понимаешь, что этот режиссер мстит мне за рецензию на его последний спектакль? Ты же не потянешь Гамлета. Но я сочиню статейку, и он будет смеяться, и все станут смеяться. Я никогда не смогу писать правду про твой театр, что он жалок и провинциален, не соответствует мировому уровню. Вот возьму и не провалю. Только ты не плачь. Да, кстати, где-то тут у нас лежала эта книжка старика Билла. Какого Билла? Ну, Билла Шекспира. А, Шекспира. А. Ну, так вот тебе, Шекспир. Прошу. Здесь, кстати, все о Гамлете. Целая наука, ведь ты хочешь это одолеть всего лишь за несколько дней. Там был вот такой тоненький Гамлет. Я отнесла его в букинист. Нам достаточно иметь в доме одно оксфордское издание. Там же были... Там же были мои пометки на поле. Зайчик, миленький, откажись от этой затеи. А это место в интервью с Мительсом я вырежу. И вообще, если подумать, зачем он нам, этот Гамлет? Что нам, собственно, нужно? У нас и без того колоссальная библиотека, прекрасная квартира, неплохая мебель, сытый, одетый, сын отличник и вообще идеальная семья. Правда, машина барахло. Ну, ничего. Купим скоро новую. Поедем в Эстонию, в Литву, посмотрим, что там творится, кого играют, как играют. А может быть, все-таки попробовать, а? Понимаешь, ой, такая возможность бывает один раз в жизни. Ну, и я не хочу отказываться. Ну, Робчик, дорогой, давай не будем лгать самим себе. Ну, ты простой деревенский парень, естественно, раскованный, это очень хорошо. Заяц из тебя получается прекрасный, но для Гамлета нужна культура. А на кой черт? Мне нужна культура твоя, если я должен на заднем плане подпирать кулисы. Ну, как ты не понимаешь, у каждого человека есть свой потолок. Никто ведь ничего не говорит, ты можешь прекрасно играть того же Деда Мороза. И для семьи это хорошо. Да. Да? Когда вам нужен Дед Мороз? В воскресенье? Нет, нет, в воскресенье мы приглашены на день рождения к Мителесу. Заодно он празднует новоселье. О! Сейчас погляжу. Хорошо. Ваш адрес? Да, сумма меня устраивает. Буду. Добрый.
добрый день, дети! Я Дед Мороз! Я подарки вам принес! Здравствуйте, дети! Я Дедушка Мороз! Ты не обижайся. Это все, что есть. Выпьешь топарик. Спасибо, спасибо. Эй, друг, иди сюда. Купишь жене подарок. Бери, бери, бери. Нет, нет, на это не купишь. Еще машину ремонтировать. Ну, как знаешь. Спасибо. Ну, я поскакал. Здравствуйте, Дед Мороз. О, Снегурочка, не дурна. Наш директор любит вникать во все подробности. Если вы думаете, что делаете мне комплимент, так вы ошибаетесь. Ваше замечание по существу. Директор обязан видеть все. Именно поэтому я и хотел встретиться лично с вами и просить вас об этом, чтобы все прошло на высочайшем художественном уровне без дешевых шуток. Видите ли, вся штука в том, что мы пригласили к нам на елку, как бы это вам сказать, словом, важных людей, хороших и полезных, с их детьми. Ольга Карповна рекомендовала вас как своего человека. Для меня эта елка тоже имеет огромное значение. Дело в том, что мой москвич стоит там, внизу, без признаков жизни. Замечательно. Оживим. Люблю иметь дело с деловыми людьми. Значит так, при раздаче подарков, когда буду вызывать, я вручаю из этого мешка. Понятно. Вызываю я, когда из этого. Не спутайте. Не беспокойтесь, сервис будет на самом высоком уровне. Ох, я не могу. Что вы языки чешете? Гости уже прибыли, пора начинать. Да-да-да, поехали, поехали. Побежали, не торопитесь, у нас пока торжественная часть. Роберт, ну какой же вы после этого Дед Мороз? На кой черт нам нужен этот автосервис? Мы же с вами, Роберт, пришли из сказки. Мы же пришли на праздник к детям. Ты что, с луны свалилась? У меня впервые такая Снегурочка. Ты тут Дед Мороз? Я? Давай ключи от тачки. Я сам тебе все покажу. Начинайте без меня, я успею. Ganar sniegiem, ganar saliem, ganar lauskiem skaļš. Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Zaļi, balti, strīpaņs, pīrāks, tāds ir katrs gads. Bet ir diena, kurā tīrāks vēlies būtu pats. Visu atceries, kas bija un kā palāpies. Visiem vajag dabu, bija kaut ko vēlēties. Un lai par to labāk klusēt, gan jau dzirdēs gads. Vēlēšanās tā ir puse, otra puse pats. Tas vispār... Год хрустящий, год студеный, год идущий к нам. В середине он зеленый, белый по краям. Как мечтается нам смело в этот день зимы. Все желания — полдела, остальное — мы. Так я и думал. Крышка трамблера. Ну, конечно, трещина. Между прочим, я лучший Дед Мороз среди механиков. А вы, оказывается, лучший механик среди Дедов Морозов. Автомобиль такого возраста и такого состояния делает чудеса с людьми, уважаемый коллега. Можно, конечно, и крышку достать. Имеешь в виду, за что? Понимаешь, я все годы был Дедом Морозом на предприятии, а в этом году почему-то не доверили. Пойдем. Ну что ж, рыбы дорыщу. Иди сюда! Я тебе кое-что покажу. Гляди, ну как? Подожди, это еще не все. Нравится? От этого можно в обморок загреметь. Бери все это добро даром. Только одолжи мне на полчаса свой костюм. Мне нужно позарез быть Дедом Морозом там наверху. Объяснять зачем долго, да не нужно.
смотри. Дорогие мои Лизочки, простите меня великодушно. Я только человек. И ничто человеческое мне не чуждо. Обмен без обмана. Здравствуйте, дети! Здравствуй, Снегурочка! Здравствуйте, девочки и мальчики! С Новым годом поздравляю! Здравствуйте, мамы! Здравствуйте, папы! Как я рад вас видеть! Ну как, Снегурочка, хорошие у нас дети? Папу, маму слушают? Слушают. Папу, слушают. Маму слушаете? Слушаем! Все детишки пришли ко мне на елку? Все! Все? Неужели все? Все. Ну а где же Мари-то? Я не вижу. А Мари-то не будет. Почему? Потому что ее папа уже не работает здесь. А, ну а Петерис? Петерис Томпсон. Почему же его нет? Петериса тоже нет на елке. Его родители тоже ушли с работы. Как? Как? Уважаемый Бронислав Адольфович, вы уволились с работы лучшего электрика и лучшего механика. А что я мог поделать? Они ушли по собственному желанию. Их ушли по собственному желанию. Помилуйте, здесь же не профсоюзное собрание, а детский праздник. Правильно. Ну-ка, дети, что вы делаете, когда кого-то из вас обижают? Защищаем! Защищаете? Да! Всегда? Не понимаю. Мне сама Ольга Карповна его рекомендовала. Ничего не понимаю. Послушайте, что он несет? Это просто на грани абсурда. Дети, вы знаете, что такое автомобиль? Да! А что такое колесо? Это то, что крутится в руке. Молодцы! Ну, а что такое фары? Это распредвал. Правильно! А кто из вас скажет, что такое распредвал? Я скажу. А ну, скажи. Этот дефицит, он есть на складе. Откуда у ребенка может быть такая информация? То же самое я могу спросить у вас. Вы же получили 100 комплектов распредвала. Прекратите это безобразие. Куда ушли 20 штук на прошлой неделе? Мне приказывают, я выдаю. А 40 крестовин кардана и 4 глушителя? У меня была виза директора. Займитесь лучше детьми, уважаемый Дед Мороз. Ну-ка, дети, скажите, вы знаете, что такое виза? Нет. Ну, спасибо, Ольга. Чем ее едят? Ну, тогда вы не знаете, что такое очередь. А вот и знаем. Ну-ка, дети, быстрее, быстрее, друг за дружкой. А как мы поступаем с теми, кто лезет без очереди? Впереди нас! Всеми, у кого есть виза, а? Прогоняй! 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 Не пускай! Что вы делаете? Что вы делаете, детки, ангелочки? У меня же виза! Ян Яныч, вот вы уже третий год работаете на этом предприятии главным инженером. Скажите, вы когда-то были маленьким мальчиком? Был, разумеется. И как же, интересно, вас тогда величали? Янка. Ах, Янка, Янка, как нехорошо. Уже 3 года ты обещаешь помочь слесарям. Будут вам диагностические стенды, будет вам сжатый воздух. Все обещаешь, но не выполняешь. Дети, а дети? Ну что мы будем делать с Янкой? Поставим его в угол? Он исправится, дедушка. Конечно, исправится. Исправится! Янка, ты обещаешь исправиться? Обещаю. Я верю. Поговорим. Опа! Тебя как зовут, девочка? Рита. Смотри, Рита, я тебе кое-что покажу. Тут у меня 2 мешка подарков. В одном мешке большие подарки, в другом маленькие. Маленькие подарки для наших ребят, а большие для гостей. Хорошо ли это, Рита? Вы только ничего не подумайте, Андрей. Конечно. Почему же это забавно? Я тоже так думаю, поэтому мы организуем соревнование, и пусть лучший подарок достанется лучшему! Ура! Ты что делаешь? Держи, держи, тебе говорят. В чем дело? Садись в тачку и жми без оглядки. Это была лучшая елка моей жизни. Ты представляешь? Я вошел в раж и высказал им все, что думал. Так что, старик, поворачивай оглобли и мотай. И носа своего сюда больше не показывай. В случае чего меня зовут Янкой. Мы с тобой так отделаем твою тачку, что будешь обгонять «Жигули». Только не выдавай меня! Роберт, вы просто из сказки.
знаю, что со мной. Я, наверное, влюбилась. Роберт, вы просто гений. Вот только теперь я понимаю, каким вы можете быть Гамлетом. Вот я сейчас вам кое-что подарю. Гамлет, конечно, у вас есть, но это я купила в букинистическом, когда еще в школе училась. Вот здесь кто-то на полях сделал интересные пометки. Может быть, вам пригодится. Спасибо. Лизочка, мне кажется, я когда-то знал владельца этой книжки. Ну, ты нашел время. Но мы почему-то потеряли друг друга. Ну, ты нашел место читать. Ты даже не понимаешь, что ты мне подарила? Всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, и решимость наша. Бесплодие умственного тупика, так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств. Ну, довольно. Офелия. Роберт, что ты натворил в автосервисе? Роберт! Ну, радость, помяни мои грехи в своих. Сейчас заслуженный коллектив нашего театра с большим, небывалым творческим подъемом готовит к сдаче спектакль по пьесе молодого, плодовитого драматурга Гуннара Творского, который называется «Мышкин дом». Ну, что сказать об этом спектакле? Я играю главную роль. Так, достаточно. Так, в этом месте будем резать. С большим нетерпением все мы ждем появления в труднейшей роли принца Гамлета в пьесе великого английского драматурга Роберта Силлини, актера среднего поколения, чьи творческие возможности далеко не разгаданы. Стоп, здесь надо резать. Роберта Силлини, Сильвия, можешь выбросить в корзину? И кто же вы такой будете? А? Я пришел на репетицию. Заодно и костюм показать. Чувствуется, вы основательно потрудились над образом. Когда мы будем ставить оперу, я обязательно вспомню о вас. Что это? Что это такое? Ну что это такое? Это же не мужчина, а торт с кремом. Костюм Жаниса мне не подходит. Этот вообще... мы подобрали в соответствии с репродукциями 15-го века. Вообще, все это долой. Все это долой, долой. Воротник обработаете напильником, а локти, локти шкуркой. Вот так. Костюм будет, что надо. Садитесь. У меня все время были опасения, сможешь ли ты поднять Гамлета. Ты всегда был какой-то такой, ну, никакой. Но этот документ окончательно рассеял остатки сомнения. Какой документ? Послушай. Гражданское мужество и проницательность актера Роберта Силлини помогут улучшить обслуживание клиентов на всех предприятиях автосервиса. Подписал генеральный директор автосервиса. Каково? М? Такого в нашем театре не было. Мы этот документ ставим в рамку и повесим на стене. Пусть каждый знает силу искусства. Встань! Извини.
Посмотри на себя. Чем ты не Гамлет? Ты должен сделать то же самое, что делаешь, как Дед Мороз. Быть искренним и честным до конца. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Я любила тебя. Я любила тебя уже тогда, когда ты вообще не знал, что я существую на свете. Я помню, всем пятым классом мы шли смотреть на тебя. Ты был в белой сорочке, в белых брюках, вышел на сцену и сказал: «Джентльмен, не хотите ли сыграть один гейм?» Это же был первый мой выход на сцену. А ты помнишь, как ты приходил к нам в школу? А о чем ты говоришь? Как тебе не стыдно? Ты не помнишь, как ты ставил мне походку? Как это была ты? Боже, как ты выросла. Что с тобой? Понимаешь, мне позвонил какой-то человек и попросил прийти к нему домой. Я обычно избегаю таких вещей, но он меня так уговаривал, так умолял, обещал хорошо заплатить, что я не мог ему отказать. Я подумал, с одной стороны, у этого человека есть деньги, а с другой, видимо, там дети. И они ждут Деда Мороза. Ну, конечно, я понимаю, это халтура. Ну, какая же это халтура? Если ты честно и от души делаешь свое дело, какая же это халтура? Тогда поехали. Как? Уже? Сейчас? А где? Удивлен? Добрый вечер. Надеюсь, ты понял, что это новогодняя шутка. Но чур никому ни слова, это мой маленький сюрприз. У меня собрались люди, которые будут приятно удивлены твоим появлением. Ты остроумный парень, Мителес. И я бы охотно с тобой пошутил. Не будь у тебя сегодня дня рождения такой симпатичной бабочки. Мы пришли сюда работать, а не дурака валять. Где елка? Где дети? Успокойся, не надо разыгрывать трагедию. Я-то думал, что мы с тобой друзья, и ты поймешь. Кому как не тебе знать, что я отдал себя искусству. Я пожертвовал всем, даже собственной личной жизнью. Одно единственное, что я себе позволил, это менять квартиры в меру моих возможностей и сил. Тебе никогда не понять, чего это стоит. Но кажется, наконец нашел, эти стены на меня больше не давят. Напротив, ценность обмена в том и состоит, что, меняя квартиры, я познаю жизнь. Сколько человеческих судеб я перевидал за время обмена, и вывод, который напрашивается, если по-честному говорить о нашем театре, далеко не утешительный, чтобы не сказать хуже. Да, у нас в театре что-то происходит неладное. Послушайте, о вашей елке в автосервисе ходят легенды. Угу. Так почему бы нам с тобой не сыграть на этой тривиальной маске и не рискнуть попробовать навести порядок и в нашем кругу, а? Минутку терпения, сейчас все будет ясно. Я гашу свет. Только тихо. Ловкость рук и... Знакомые все лица, а? Ну, свою жену ты узнаешь, конечно. И Ольгу Карповну тоже. У вас, кажется, было что-то в молодости. Сплошное очарование, не правда ли? Да. Но подожди, это еще не все. Еще заявится наш главный. Вот тут-то мы с тобой повеселимся. Значит, задача такая. Ты будешь раздавать им подарки. Вот ты и скажешь, кто они на самом деле. Ну, например, что ты думаешь о своей жене? Как о критике, конечно.
Но можешь ты себе позволить раз в жизни? Бах. Великолепно. Бах. Ну, правильно, правильно, Бах. Или что из себя представляет выживший из ума старик и где ему место? Это же уму непостижимо. Зачем сегодня нужен Гамлет? Сегодня нужны другие герои. Сегодня не время сомнений. Даже твой дурацкий Дед Мороз, и то, ей-богу, куда полезнее. Только чур Ольгу Карповну не трогать. Что правду таит, любимая женщина? Роберт? Роберт? А где Роберт? Лизочка, послушай меня. Я слушаю. Неужели ты не заметила, что в автосервисе был не я? Мой костюм надел совершенно другой человек. Я не хочу этого замечать и не буду, потому что я верю в тебя. Но если быть честным до конца, в автосервисе... В автосервисе ты был сказочным героем. Я не могу быть героем из сказки. Я вообще не могу быть героем. Но все герои сказок вначале бывают жалкими и слабыми. Судомойки, Золушки, Третьи сыновья. А потом все они совершают свой героический поступок. Стало быть, мне надо вернуться к Метелесу и надавать ему по зубам, разгромить его новую квартиру. Это не геройство, а потом это я уже сделала. Да. Ну, тогда у меня есть еще одна возможность. На что ты оказался способен? Поехали. Выходи. Опять халтура. Мы пойдем к моему сыну. И в этом будет состоять твой героизм? Появиться у такого знакомого и в то же время незнакомого человека. Если это и не героизм, то что-то такое в этом все-таки есть. Не надо. Деды Морозы, как все хорошо воспитанные люди, обычно звонят в дверь. Подержи. Кто там? Дед Мороз и Снегурочка. Никого нет дома. Мама с папой не разрешает мне чужим людям открывать двери. Это очень хорошо, что ты слушаешься маму и папу. Ты, наверное, и в школе хорошо учишься? Да, я отличник. Это хорошо, что тебе нравится учиться. Мама с папой вечно нет дома, поэтому я все время учу уроки. Ну да. Взрослый очень занятый. Твой папа очень хороший актер, и у него теперь такая роль. Под Новый год у него всегда одна и та же роль. Ходит по елкам вместо настоящего Деда Мороза. Значит, ты не веришь в Деда Мороза?
Когда я вырасту, я стану милиционером и переловлю всех, кто переодевается в Деда Мороза, ходит по квартирам и обманывает детей. Вы уже ушли. Ты же не хочешь нас впускать. А вы сами войдите, если вы настоящие. А как? Как обычно, сквозь стенку. Роберт, послушай, ты должен войти. Ну, пожалуйста, Роберт. Да пропади все пропадом. К черту этого Деда Мороза. К черту Гамлета. И ты еще на мою лысеющую голову. Я не герой сказки. Сама видишь. Я халтурщик. Халтурщик. Ну, что ты скажешь? Что ты смотришь? Ты думаешь, что ты сказочная принцесса? Нет. Ты просто девчонка. Девчонка, которая бегает за актерами. Девчонка! Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Простите, может быть, вам нужна помощь? Какая? Ну, скорая, вероятно. Нет, не нужна. С Новым годом, тетя. С Новым годом. Ну-с, спокойной ночи. Не волнуйтесь, спите спокойно, все будет в наилучшем виде. Когда в театре нет актеров, я спокоен, значит, ничего не случится. Счастливчик, вы не артист. У меня наоборот. Именно по ночам в театре я вижу все свои будущие спектакли. Именно здесь по ночам я могу поговорить с настоящим Пергюнтом, Гамлетом, с царем Эдипом. Роберт? А мы тут о Гамлете говорили. Тебе не хочется идти домой? Пойдем порепетируем. Все-таки они чокнутые, эти артисты. Ну, как тебе объяснить? Гамлет — это светлая личность. Что это? Что с твоим лицом? Вхожу в образ Гамлета. А? Прекрасно. Это замечательно, что у тебя неприятности. В нашем деле чем хуже, тем лучше. Понимаешь, мы могли бы отменить Гамлета. Это проще простого. Но мне страшно при одной мысли, что станет с людьми, если мы хоть раз отменим Пергюнта, Лачплесиса, Гамлета. Они должны быть с нами всегда. Раций, я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в живых из Англии известия не застанут. Предсказываю, выбор ваш падет на Фортинбраса. Скажи ему, как все произошло и что к чему. Дальнейшее молчание. Если бы у каждого актера была любовь, которая в нужный момент швырнула бы торт в лицо, то все было бы как в сказке. Роберт, слава богу, ты жив. Я сама чуть не спустила дух, когда увидела, что тебя выносят. Я подумала, ну, плакали мои денежки, сам понимаешь. Что ты там натворил? Я умер. Остальное тишина. Роберт, на поклон. Ну-с, мадам. Так что у нас тут лучше? Театр или буфет?
Ну, наконец-то у нас при хорошем буфете настоящий театр. То-то же. Спасибо. Роберт, ничего подобного со времен Чехова не видела. Спасибо, дружочек, утешил. Спасибо. О, знакомьтесь, это моя супруга. Когда ты умер, я вспомнил, что я принес тебе свечи. На, бери. Дорогие друзья, я приглашаю всех к нам домой. Мы польщены. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою признательность. Вы еще не знаете главный талант Роберта. Он печет такие торты.